Завсегда везде почет. Ну вот я почти индеец, да, только чуть-чуть грязный, потому что только что мы с Максимом снимали, что может делать настоящий джип. Настоящих джипов в природе осталось 4 штуки, в том числе УАЗ, УАЗ Патриот, потому что все остальное это уже не джипы, это уже трейлеры, и это уже не для мужика и для женщины, а так, чтобы чисто для мужика, да, и еще и для советского мужика, у которого сейчас в кармане грош до душа. И советский мужик, в смысле российский мужик, сейчас попадает под новую программу льготного президентского кредитования, потому что новая программа льготного президентского кредитования — это вам для автомобилей, которые стоят и подороже, чем 300 тысяч рублей. Эта машина стоит 550 тысяч. Кстати, с кондиционером, с большим количеством места. А, да, на двух мостах, кстати, на нормальных мостах, имеющих происхождение от того УАЗа, которому нету равных. УАЗику, кстати, вообще нету равных нигде. Потому что через Крихту, через Алтайскую пролезли только УАЗики. Все остальное, ну, можно бы найти бэушного Геленвагена, что вам его сделает. Так, ну, в хорошем состоянии вы, допустим, Паджеро вряд ли найдете. Кукурузер по умолчанию стоит дорого, а 200-ка это вообще уже не джип. Вот, ну, патрули у нас не сильно распространены. А джипы, ну, джипам свойственно ломаться, потому что вы не всегда и пользуйте по делу. Так для джипов нужны запчасти, соответственно, и умелые руки. Все это есть в Автограде на Марджане 9. То есть оформляем вместе с Сбербанком и с ВТБ банком только маленький алярм. Чтобы вам вот так вот не названивали представители Сбер и ВТБ банка, крайне рекомендую срочно погасить все оставшиеся кредиты за сотовые телефоны. Вот, потому что эти два банка лазят в бюро кредитных историй. Так что могут у вас проблемки быть. Я вообще, честно говоря, думаю, что все бредни о том, что нашу страну подверг мощный экономический кризис, бредними так и остаются. Банки нам мешают жить нормально. Но рано или поздно, скорее всего рано, все те, кто накупил автомобили дешевого корейского автопрома, того же немецкого автопрома, того же французского автопрома, вернутся на круги своя и поймут, что есть машины, которые ездят и по 5, и по 10 лет. Есть машины, к которым, в общем-то, абсолютно фиолетово, на царапины, на дорожное покрытие. Вот такие машины, как у вас. У вас Патриот. Но вот что касается двигателя, правда, скажем о том, что УАЗ
двигателем, который сейчас на нем стоит, может спокойно ехать на ручнике. Что, в принципе, говорит о мощности, достаточной мощности. О том же говорит, в принципе, хорошая эластичность этого автомобиля. Вот на четвертой передаче можно ехать 50, в принципе, не напрягаясь. Можно, наверное, и на пятой переключиться, если есть желание. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что танки грязи не боятся. Да и где сейчас грязь-то найдешь особенно? Я вам скажу, где найдешь грязь. Грязь найдешь сейчас настоящую. Только в России. Поэтому только в России выпускается пока что, слава богу, настоящий джип. Нива и УАЗик. Но вот УАЗик, в отличие от Нивы, раньше был просто чудовищем. Можно после поездки было обнаружить в своей заднице куски рычага переключения передач или там пониженное или еще чего-нибудь. Сцепление в своей пятке обнаружил. Педаль сцепления, я имею в виду. Сейчас же УАЗик превратился в этого настоящего натовского наемного солдата. С экипировочкой, с гладкими обводами, и сыт, и пьян, и нос в табаке. Но, тем не менее, как вы увидите из нашей, из нашего сюжета, своих внедорожных качеств он не растерял. А даже, я бы сказал, приобрел, потому что потяжелел. Опять же, про двигатель. Двигатель сейчас мощнее, плюс он инжекторный. То есть там не нужно будет маяться с карбюратором, что было частенько раньше. Единственное, что вот этот вот весь обвес, мне кажется, немножко как-то не солдатский. Ну что это за пластик на бамперах? Ну, несерьезно, ребят. А так в целом, конечно, машина производит впечатление такое неплохое. Гладкие такие пластики, правда, немножко вонючие, но что поделать. Зато более-менее качественные и не скрипучие уже. Я знаю, что это у вас прыгал, вы, наверное, видели из прошлых передач Алексея. Он прыгал и оторвал всеми четырьмя колесами. И до сих пор никаких жучков, ничего. Все нормально. Едем в тишине практически. Ну, что касается совершенно уже внедорожных качеств, мы их сегодня проверить не смогли. Наверное, еще будет время и будет место. Но все, что мы проделали и все, что вы увидели, мы проделали в режиме 2H, то есть на повышенной передаче на одном мосте.